Здорово, маленькие разбойники, с вами, как обычно, я Шизофреник, и добро пожаловать уже в четвертую серию по выживанию в рафте. Давайте немножечко расширимся. Как широкообъективный объектив. Чё-то хуйню опять пизанул какую-то, ладно. Что мы должны сделать сейчас? Мы должны себя покормить. Слопаем арбузика, давайте. Один, два. А, так один арбуз можно два раза укусить, типа. И это два раза до сытости. Так еще и напоит. Нихуя себе не знал. Давайте возьмем сейчас крюк. Он где-то тут должен мне валяться. Да, крюк. Удочка. Это все положу обратно. Это не надо. Или надо. Ладно, не знаю. И начнем ловить, что нам нужно было. Я уже не помню просто, что я говорил в прошлой серии, что нам нужно было там. Вот топорик я себе сделал вне серии. Ну, блять, точнее, в серии просто у меня крашнулось видео с бендикама, и я просто не могу вам показать, тупо 25 минут сидел, снимал, рассказывал, остров исследовал. И в итоге у меня крашнулось видео с бендикаме, и я это вам не могу сейчас показать. Поэтому буду говорить то, что вне видео делал. Деревянное копье. Кстати, о, деревянное копье, все, теперь мне не страшна акула, я ее сразу въебала буду бить этим копьем, как только она попытается прогрызть мой плод. О, пластик. Давайте поймаем пластик. Там есть остров, но я к нему, наверное, плыть не буду, потому что нужен этот ебучий разовый якорь, для которого нам нужна веревка. Ну, ладно, веревка это не проблема, есть хватает. А вот еще два камушка. Еще два камушка, это уже, наверное, будет проблема, потому что не найдется у нас два камушка. Это нужно бочки ловить. Сейчас они будут подплывать. Пока они будут подплывать, я буду себе и еду ловить, потому что нужно пиздец как запасться едой. И для еды уже надо будет делать специально отдельный контейнер. Потому что скоро нам не будет хватать. Нам и сейчас не хватает. Просто я имею в виду то, что хочу на будущее запастись настолько едой, чтобы не думать, ну, хотя бы там в серии 5 не думать о еде. Чтобы она вот тупо лежала у меня в контейнере. И я вот когда захотел, тогда и похавал. Чтобы не пришлось тратить время на то, чтобы ловить рыбу. Так, пока мы будем плыть к следующей бочке, я еще раз поймаю рыбку. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то мы не к бочке. Ой, блядь, да. Оп, вот так вот. Чтобы поймать бочку. Потому что там, может быть, как раз-таки и попадется нам один камешек. Для якоря этого. Потому что из-за того, что нету якоря, я и не могу исследовать нормальные острова. Да, 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 заебись. Ай, сука, сука, что ж ты делаешь? Все, отлично, теперь я могу сделать себе якорь, позволить. Вот, изготовить. Все, теперь у меня есть все, что я вроде бы говорил и планировал сделать в прошлой серии. Копье, каменный топор. Молоток, крючок, все, есть удочка, есть. Теперь остается только сделать крафтовый столик. О, который уже можно сделать. Нормально, нормально, нормально. Теперь мне останется только... Что, ну, наверное, усовершенствовать свой плод. Вот сейчас, давайте, немножечко достроим. Нужно, получается, досток. Нормально еще досток нужно. Мы что, плывем против... Да, да. Не по течению плывем, поэтому у нас сейчас мало мусора. Так как у нас теперь есть этот ебучий разовый якорь, я уже могу позволить себе нормально высадиться на острове. Не воду же срать, правильно? Так что давайте-ка подождемся. Пока мы туда приплывем, я могу посмотреть, что мы можем изучать. А, в первую очередь я хочу изучать это... Как тебя открыть, сука? А, вот открыть. Я хочу... Изучить в первую очередь автоуловители, короче, мусора этого. Есть такая херня, сетки, короче, которые сами ловят мусор. Которые, ну, мимо, рядом проплывают. Блять, акула, сука, хочет уничтожить нам плод. Иди нахуй. Сука, иди в пизду, блять. Ой-ой-ой-ой-ой. Пидорша. Блять, сука, как я ее ненавижу. Вот я ее разъебу куда-то. А, я хотел еще сделать для акулы наживку. Да, реально, наживка для акулы.
это нужно рыбешку половить. Пока половлю рыбешку, от мне одну акулу поймать, это уже можно целую серию не думать о еде, потому что у меня будет 2 или 3 акулих стейка, а один стейк акулей, это тупо полностью заполнить с 0 до 100, вот это жажду голода. Точнее, шкалу голода. Так, нужно поправить немножечко наш парусник. Вот так вот туда пускай смотрит, да. Наконец-то мы сможем нормально... Ебать, там самолет. Охуенно. Сможем нормально потусить сейчас на острове. Наконец-то. Что там? Что-то не открывается у меня крафт, когда ловлю рыбку. Давай, подъезжай, подъезжай, подъезжай туда. Чё ж ты так долго, сука? Да я там и понырять даже смогу. А когда, пока я вот буду нырять, благодаря тому, что я буду нырять, у меня будут попадаться камни, которые мне очень сильно нужны, будет попадаться на дне хлам, который я смогу подбирать и использовать в последующих крафтах. Ну, короче, остров это просто ебейшее, блядь, место для того, чтобы нахоботиться и разбогатеть. О, я не знал, что у меня там рыбешка поймается. Так, и как спускать этот ебучий якорь? Это какая-то пробка ванная. Оп. Как мне его? Так вот. Кидайся нахуй. Все, отлично. Заебенчики-бубенчики. Нужно выложить все самое драгоценное сюда вот. Это мне не понадобится. Ай, не хватит ресурсов на еще одно хранилище. Хотя бы маленькое, ну сука. 8 пластика, 2 веревки. Пластика только 6. Блять, ни на что не хватает. Ладно, нужно быстренько перекусить и пойти хоботиться на остров. Сейчас тут мне никто не будет угрожать, нет? Бля, сука, она плавает. Ладно, ладно, ладно. Не буду обращать на нее внимания. Нужно быстренько покушать и валить на поиски. А, чё же вот это сырая. Так, стоп, у меня есть рыба, которая нужна для наживки на акулу. А, 2 веревочки и хранилище, веревочка. Все, и у меня есть нажива для акулы. Давайте, кстати, акулу сейчас поймаем. Воу. Блять, что это за хуйня? И как мне акулу теперь поймать? И что мне делать теперь с ним? Так вот, что ли? Как, что мне делать, блядь? Где веревка? Или это отвлекать акулу, типа, или что с ним делать? А, ее бить нужно, убивать, точно. Ага, понятно, все, я понял, как это делать. Дура тупая, на дно пошла. Все, скоро она опять вылезет туда. Я тем временем должен подкрепиться тем, что есть, чтобы начать регенерироваться. Восстанавливать свои хпшки. Так, давай опять туда подходи. Я знаю то, что пару раз ёбнуть, и она уже мертвец. Опять ты, опять с камерой. На, сука. Оп, ляпс. Тем временем, кстати, я могу еще положить жариться еще какую-то рыбешку. Оп. Да. Вот я сейчас ее грохну и будет заебись. Я потом смогу еще понырять. Спокойно, потому что мне тогда ничего не будет мешать. Я смогу вот на дне поискать всякие кораллы, там аналы, оралы, ректальные свечи. Ну, сами понимаете. В общем-то, все для плоских утех. Металлоломы всякие. Давай еще раз, давай вторую ходочку. Ебать ты тупая. На одни и те же грабли, сука, по 100 раз, блядь, наступаешь. Ну, мне это и на руку, кстати. Положить досточку, давай положим. Давай, еще пару раз, и все, и я тебя грохну, и просто, блядь, покойся с миром. А я буду сыт сегодня вечером. А, лошара, сука, блядь, дура тупая, нахуй. Съебалась. Да, давай, уже умирай. Ты можешь дохнуть или нет, блядь? На, сука, дура, блядь.
Ладно. Поаккуратнее будем немножко. Сейчас я зарегенюсь благодаря еде. Все, отличненько. Парочку уронов надо еще нанести. И все, ей точно пизда. Или я должен все копье потратить, я не понимаю. Да сколько можно тебя убивать? Она, кстати, уже не ныряет, смотрите. Она уже не хочет нырять. А не ныряет. Я думал, типа, то, что она не хочет нырять, потому что ей сверху как-то быстрее регенерируется, что ли. Воздух, типа, для регенерации нужен. Хз. Короче, ляпс. Да сколько же ее можно пиздить? Уже там столько дырок, она уже как будто бы сито какое-то. Блять, друшлаг ебаный уже. Сука. Давайте еще еды какой-то приготовим. Сейчас я другую рыбку возьму, скумбрию. Положим. Блять. Ну да, скажи то, что это уже последний удар. Глаз себе на, сука. Нет? Да сколько можно? Я что, до утра буду с тобой бороться или что? Сука. Ладно, я тогда уже водички еще положу себе. Поставлю завариваться чайник, так сказать. Наполню соленой водой и положить. Блять, дура. Сука. Ты хвостом не ментиляй тут, блять, мне. Что за херня? Ну почему оно так долго все делается? Уже столько дырок сделал в ней. Но любая бы акула уже тупо сдохла бы. Она же вся дырявая должна уже быть. Она должна быть дырявой уже, чем мои трусы и мои носки вместе взятые. Блять. Ебануться. Точно, нужно как-то уже регенерироваться. Чашечку. Так, бухнем немножечко. Опаньки. Чефирчика так выпили, теперь энергия появилась. У меня уже сейчас копье закончится. Алло, ну игра, подайся мне уже. Дура тупая. Давай, опять иди кусай. Вообще уплыла, типа, и... И типа пох. А, не-не-не-не-не-не. Я тебе сейчас въебала дам. Фу, на тебе, въебала, блядь. Да ты сдохла? Да, сука, она сдохла. Нет? Я думаю, это она уже сдохла. Походу, она уже на исходе. Блять, 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 блять. Еще пару ударов и все, ей пизда. Все. Фух, мне нельзя так больше рисковать, приближаться к ней. Потому что она нормально ебашится. Эй, 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 что, нету досок, чтобы больше положить огня сделать? То есть я сейчас тупо не могу похавать. Потому что у меня закончился огонь. А, наживка для акулы тоже закончилась. Заебись. Тупо проебал время, блядь. Ладно, еду мы найдем на острове. У меня топор есть с собой? Нету топора. Почему? Почему? Нужен топор, чтобы досок себе нарубить. Все, топор лисья мы можем положить. Всю эту херню тоже положим. Потом сундучок создадим. Здесь у нас будет уже и еда, и дрова на острове. Красные ягоды. О, я могу их поесть. Съесть. Заебумба. Чики-бомбони. Что это? А. Ананасики, может, какие-то попадутся. Давайте дерево срубим. Нахуй вообще. Ой, кокос попался. Вау. Так, лодка на месте? На месте. Все, крутяк. Нужно по максимуму обшмонать этот остров. Потому что одноразовый якорь, он слишком дорогостоящий. Поэтому мне придется его очень редко крафтить. Где же ступенечки? Ляпс на. Ляпс на. Ляпс на. Ляпс на. Сейчас еще поем кокосика. Мне кажется, оно больше будет как вода использоваться, кокос. Или нет? Не, все-таки как еда и вода одновременно одинаково. Это что, отсюда что ли прыгали в воду с разгона или что? Да тут эти пловцы, блядь. Я пловец тебе, пиздец. А это что не рубится? А что оно не рубится? Ты рубись давай.
сука, выебываются. Цветки мне не надо. А, что это? Ступеньки. А, кстати, самолет в натуре, я забыл уже о нем. Шлем, 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 нахер на мне шлем. Я могу его одеть или нет? Как мне его одеть? Вот так вот. Но я же не вижу себя от третьего лица. Друзья, кто знает, как включить режим от третьего лица, напишите, пожалуйста, чтобы я увидел себя в шлеме. Или это меня только другие люди могут видеть в шлеме. И как мне сюда забраться-то? А, вот присесть и поднять ящик. Шарнир, железный свиток, хлам и доска. Ну, так себе, скажем, наборчик. Может, это дерево будет рубиться? Может, оно не рубится, потому что у меня места нет? А, нет, место есть. Нахуй тогда эти деревья, если они не рубятся? Я уже падаю так. Интересно, если я упаду, что будет? А, я просто соскальзываю. И то, и скорее всего, вот это дерево тоже не рубится. Блять. Короче, я зря тупо использовал свой одноразовый якорь. Потому что смысла на этом острове не особо много. Ну что я могу с него взять, с этого острова? Нихера, пару дровишек, пару кокосов взял и все. Ананас. О, ананасик. Ананасик хоть похавать можно. Меняем. И шам-шам-шам-шам-шам. Все, отличненько. Ну, один ананасик. И что мне, блядь, одним ананасиком обойтись с острова? Что за бред вообще? Какой-то невыгодный, я думаю, обмен. Ебануться. Ну, вот это вроде должно рубиться дерево. Ляпс. Ляпс, ляпс, ляпс. Давай, давай, давай. Цветочки, я, наверное, думаю, мы собирать не будем. Потому что они будут нам занимать место. Цветы, они для того просто, чтобы делать краски и приукрашать свой дом, как бы. Там красить доски, плот перекрашивать какой-то в другой цвет. Но нам это пока что не выгодно, потому что у нас и так мало места в инвентаре. То есть это уже потом, когда уже будем декорировать нашу яхту. Что тут есть у нас еще? Ничего уже нету, получается. Цветочки только. Там мы были. И тут мы были. Остается только понырять. Кстати, я что-то акулы не вижу. Мне кажется, то, что я, походу, ее все-таки убил. И она утонула, блядь. То есть я не подобрал то, что с нее выпало. А сейчас мы можем наколупать себе нормально этих хлама всякого. Вот это вот хлам. Или это не хлам, или что это? Да, это хлам. И камешки, которые мне нужны, кстати, еще для одного якоря. Стопудово нужно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, кислород заканчивается. Кислород, кислород, кислород. Ху. Подышали, подышали и опять. Ну, теперь это уже становится более выгодным вложением в якорь. Потому что я сейчас окуплю этот якорь новыми камнями, хлама вот этим всем. Потому что очень сложно было на этот якорь мне найти камни. А я уже, получается, 3 камня нашел и вышел в ноль по якорю. Сейчас еще на хламе окуплюсь. Поплаваю, пока акулы нету. Потом только увижу акулу, сразу на абордаж и съебаем отсюда. Или постою все-таки на месте, дождусь, чтобы убить эту акулу. И поболее исследую здесь вот эти вот глубины, дно и берег наш. Ой-ой-ой, кислород, кислород, кислород. Фух. Я знаю то, что можно еще делать акваланги, но это нам очень рано еще. На маленьком уровне развития мы. Вау, да тут хлама уже реально нормально. Уже окупил я свой якорь. И даже время потраченное на поиски камней к якорю. Что нормально, у меня уже камни так намечаются. А, это глина, кстати, тоже нужна нам. Блять, сука, сейчас закончится кислород. Нет, 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 нет. Фух, да, 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 да. Я бы не хотел бы так далеко, конечно, отплывать от берега. Нужно поближе к берегу плавать, чтобы можно было вовремя съебаться от акулы. Сейчас закончится этот мой крюк. Надо уже новенький делать.
Это что, акула там была? Или... А, да, показалось, слава богу. А это, с ним ничего не делается, нет? Да, с тростником ничего не делаем мы. А, это чайка летит какая-то. Кто думал, то, что опять акула? Руби, руби, и вовсе не дроби. Я уже Ой, сука, блядь. Я уже забыл, зачем нам глина, но это нужный... Ну, нужный предмет, как бы. Нужный айтем, ресурс. О, вот наш кораблик. Посмотрим, что мы можем скрафтить с этого. По-моему, глина нам нужна для... Не, я не знаю, для чего она нужна. Наверное, для того, чтобы создавать... Вот эти вот самые... Для садоводства. Сука! Дура ты тупая, блядь. Я ж тебя уже и так... Отмудохал там. Она, кстати, уже в царапинах всяких. Походу, еще одно копье создать. И все, ей пизда. Так, покушать. Положим досточку. Загрузили досками. Все, съели. Тогда делаю еще одну. Я смогу сделать еще одну приманку. Еще одну наживку. Нужна еще одна такая рыбка. Ну ладно, на этом закончим. В следующей серии мы убьем эту ебучую акулу. Посмотрим, что мы можем крафтить. И, возможно, даже скрафтим автоуловители для вот этого всего мусора. Так что я с вами прощаюсь до следующей серии. Всем спасибо за канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ебашьте нормально в колокольчик, чтобы я услышал. Пишите комментарии. И до новых встреч.